Для того, чтобы скачать, установить и протестировать демонстрационную версию расширения с графами, необходимо выполнить следующее. Перейти на сайт biconsult.ru. Пройти в раздел платформы «Библиотека Extension для Qlik». Выбрать раздел «Датаграф». Пролистать вниз ознакомительную информацию, дойти до раздела «Варианты использования» и в нем выбрать опцию «Бесплатное скачивание». В разделе «Для скачивания», помимо самого расширения с графами и сопутствующей к нему документации, представлено большое количество разнообразного полезного контента. Для того, чтобы была возможность скачивания, необходимо пройти регистрацию. Регистрация бесплатная, я ее уже прошел, поэтому при клике на скачивание последней версии расширения с графами, оно у меня сохраняется в разделе с загрузками. После чего переходим в раздел консоли управления сервером QlikSense, выбираем Extensions, опцию Import и выбираем тот файл, который мы скачали на предыдущем шаге. Видим, что это zip-архив, он без пароля, поэтому сразу выбираем опцию «Импорт». После того, как появилось сообщение об успешном импорте, можем осуществить дополнительную проверку. Для этого в списке наших приложений находим «Датаграф», что подтверждает корректность установки данного расширения. И можем переходить к следующему шагу, а именно к работе с графом уже в интерфейсе приложения QlikSense.